Это Ваку, это Владу, это Лене, это Гале. Вкусно? Вкусно и... Боже мой, на кукурузу я обожаю. Садистов. Дай мне кукурузки. Кукурузику, конечно, да. Это же дети. Это да. Без сала. Это можно. Вот, я... Ну все, все, ну. Поверни так, поверни. Я сарю, что тарелку для следующего раза. Не надо. Не надо следующего раза. Я имела в виду через неделю, через месяц, а ты уже не надо. Не через надо. Час. Ну, посмотрим. Как у грузики? Чтобы защитить. Чтобы вкусно вам? Вкусно нам. А нам не дают. Давай, давай. Вкусно? Достань вот так одного. Что, мало? Так вот. А можно покушать? Подай, Владик, кукурузу. Дайте покушать. А как раньше люди кушали без телефонов, да? Вот. И в отпуск улетали. Ну, надо, если не скушаешь, хозяин будет свой, надо кушать. Как говорят, если бы знал, что 20 лет назад... нет, сказал бы, что я позвоню тебе из лесу, то, скорее всего, психушку закрыли, да? Буду в лесу позвонить. Так, кому есть? Ножик, ножик. А я помню, я в детстве мечтала, что был такой телефон, еще не было, чтобы номер высвечивался. Потому что раньше, помните, в детстве мальчишки звонили и молчали. Лучше это кушать. Я думаю, вот бы изобрели такие телефоны. А потом мечтала, а вот бы изобрели, чтобы видно еще было, что по телефону. Ну, кто звонит, разговаривает. И все, посмотри.